Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Спокойной ночи, звездочка. Спокойной ночи, крошек. Спокойной ночи, ежик. Спокойной ночи. Спокойной ночи, пандочка. Спокойной ночи, барашек. Привет! Привет, барашек. А ты почему не спишь? Не хочу! Хочу играть! Тише, тише, барашек. Малыши уже спят. А я не хочу! Не хочешь? Хорошо. Тогда у меня для тебя есть важная работа. Видишь, звездочки не спят. Кто-то должен их уложить. Я уложу. Я уложу. Ты их умоешь, поцелуешь и уложу спать. Спокойной ночи, звездочка. Спокойной ночи, барашек. Спокойной ночи, барашек. Спокойной ночи, малышарики. Подготовка ко сну. Смотрит нам луна в окно, а вокруг темным-темно. Это значит, надо спать, вылезай скорей в кровать. Это значит, надо спать, ну-ка, полезай в кровать. Будет сладким, сладким сон, и тебе расскажет он, как умеешь ты летать и тихонько подрастать, как умеешь ты летать и тихонько подрастать. Баюшки, 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 баюшки. Красная шапочка.
Здравствуй, барашек. Что это такое красивое ты нарисовал? Привет, это ягодка. А что теперь будешь рисовать? Нюшеньку. Нет, нет, нельзя рисовать. Почему, Нюшенька? Сейчас. Ой, а где же она? Нету! Нюшенька, что ты ищешь? Панамку! Барашек, надо помочь Нюшеньке. Я в ней такая красивая! 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 Нюшенька, а какая она, твоя панамка? Вот такая! А, красная! Твоя любимая красная панамка. А панамка это что? Шапочка такая! Красная! Красивая красная шапочка! Шапочка красная. Я ее нашел. Где? Пойдем, покажу. Где моя панамка? Пойдем. Закрой глаза. Открывай. Панамка. Моя. Панамка. Красная. А теперь рисовать? Да, рисовать. И правда, какая же красивая наша Нюшенька в своей красной панамке. Красный. Здравствуйте, малыши. Какой красивый красный шарик. Да, красный. Солнышко светит красное, значит, погода классная. Платье надену красное, буду теперь прекрасная. Ах, до чего прекрасный цвет наш любимый красный. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Нюшенька, а что это у тебя? Кружок. Правильно, красный. И у меня тоже красный кружок. Повторюша. Может, нарисуете еще что-то красное? Красный цветок. Красное яблоко. Съем я малину красную, съем я клубнику красную. Ягодки хоть и разные, но погляди, все красные. Ах, до чего он разный, цвет наш любимый красный. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Гости. Добрый день, малыши. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Что ты делаешь? Кажется, барашеку грустно. Сможешь его развеселить? Смогу. Побежали играть. Не, я буду тут сидеть. Хорошо. Будешь сидеть, а я приду к тебе в гости. Тук-тук-тук, барашек дома? Нюшенька,
В гости интереснее играть, если у домика есть дверь. А, Нюшенька, заходи. Барашек, а почему ты не спрашиваешь, кто там? Вдруг это совсем не Нюшенька? Да! А я твою косичку вижу. Это потому, что дверь невысокая, квадратная. Нужна другая дверь, повыше! Смотри, барашек! Нюшенька взяла два квадрата и сделала прямоугольник. Прямоугольник? Кто там? Гости! Гости? О, Нюшенька, заходи! А я не одна, я с тортиком! Кто там? Заходи, пандочка! Ну, я так не играю! Как ты узнал? Шарик! Чтобы шарик не было видно, нужно, чтобы прямоугольная дверь стала... Еще выше! Оп! Кто там? Это мы, медведи! Заходите в гости! Мы тоже тортика хотим! Какие молодцы наши малыши! И новую фигуру выучили, и грустного барашека развеселили. Прямоугольник. В нашей комнате живет прямоугольник, он с тобою встречи ждет. Прямоугольник, головою поверти и скорее его найди. Дверь в стене и книжный шкаф, прямоугольник. Даже книжка на руках, прямоугольник. И окно, и подоконник тоже прямоугольник. Это прямоугольник. А теперь это квадрат. И снова прямоугольник. Шкаф прямоугольный. Книжка квадратная. Нет, книжка прямоугольная. В нашей комнате живет прямоугольник, он с тобою встречи ждет. Прямоугольник, головою поверти и скорее его найди. Фото папы, фото мамы, прямоугольник. Для этих фоторамы прямоугольник нарисуем мы подряд. Раз квадрат и два квадрат, и получим сразу прямоугольник. Прямоугольник! Сюрприз! Здравствуй, барашек! Здравствуйте! Вот это да! Какая чудесная панамка! Это для Нюшеньки! Вот, Нюшенька! Сюрприз! Барашек! Похоже, Нюшеньку не удивил твой сюрприз. Эх, не удивил. Ого, какая панамка. Твоя? Это для Нюшеньки. Чудесная получилась панамка. Верно, ёжик? Ага. То-то Нюшенька удивится. Вот, это тебе. Эх.
Вот это да! Ого! Ух ты! Дай померить! Это для Нюшеньки. Вот это панамка! Да! И правда, удивительная! Ой! Доброе утро! Привет! 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 Так вот почему Нюшенька не удивлялась твоему сюрпризу, барашек! Она спала! Какому сюрпризу? Вот. Вот это панамка! Нравится? Очень! Удивительная панамка и удивительная история. Правда, малыши? Я удивляюсь. Что случилось с барашиком? Барашек удивился! Я удивился! Угу. Вот это да! Ничего подобного не видел никогда! Ух ты, ух ты, ух ты! И ого-го! Больше и не скажешь ничего! Надо, братцы, удивляться, надо, братцы, удивляться! И не стоит этого стесняться! Потому как без сомнения, потому как без сомнения! И придуман этот мир для удивления! А ты чем меня удивишь, крошек? А еще? Опа! Ого! Опа! Здорово! Опа! А еще я вот так и могу! Что? Вот это да! Молодец, крошек! Удивил так удивил! Ого! Мы поднимем наши брови высоко и в огромном удивлении скажем «Ого!» Солнце встало, солнце село, удивительное дело, удивительное дело. Надо, братцы, удивляться, надо, братцы, удивляться. И не стоит этого стесняться. Потому как без сомнения, потому как без сомнения. И придуман этот мир на удивление. Ух ты! Шарик. Здравствуй, барашек. Какой у тебя славный шарик. Здравствуйте. Ага. И оп. О. Оп. А. Оп. 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 Хе-хе. Оп. Оп! Привет, барашек! Привет! Давай поиграем! У меня только один шарик. Здорово! Поиграем вместе! Нюшенька! Там, шарик! Шарик! Пойдем! Нет. А где шарик? Нету. Туда улетел. Барашек, разве шарик наверху? Пандочка, куда ты? Наверх, за шариком. Барашек, барашек. Нет, нет шарика. Где же шарик? Где же шарик? Где шарик? Где же шарик? Ой! Мой шарик. Это шарик? Да, это был шарик. Как же он оказался внизу? Ты не знаешь, барашек?
Это я спрятал. Простите меня. Ну ладно. Придумала. Оп. Резиночка. Давай, барашек. А вместе-то играть веселее. Даже с шариком, который лопнул. Правда, малыши? Сверху и снизу. Дом стоит, а сверху крыша, а над крышей еще выше. Сверху облака летят, словно стая лебедят. Словно стая лебедят. Снизу сел лохматый пес и наверх задрал свой нос. Бандочка, где твой бантик? Сверху, а ножки снизу. Пандочка, так где твой бантик? Сверху. О, нет, теперь снизу. Сверху дождик поливает. Снизу пес на дождик лает. Сверху зонтик спрятал нас. Снизу лужи, вот те раз. Снизу лужи, вот те раз. Сверху дождик льет и льет. Снизу целый мир плывет. Снизу целый мир плывет. Пароход. Здравствуй, принцесса Нюшенька. Здравствуйте. А что ты делаешь посреди моря? А, наверное, ждешь принца. Да, барашка. Здравствуй, принц Барашек. Здравствуйте. Готов переплыть море? Нет. Не переживай, барашек. Тебе просто нужен подходящий транспорт. Транспорт? Этот? Тебе понадобится то, на чем можно переплыть море. Лодка! Ну что, барашек, не получается. Что бы такое придумать? Парус! А я тут. Не расстраивайся, барашек. Просто тебе нужен другой транспорт. Посильнее. Посильнее? Как у крошика? Крошик, можно взять трубу? Пожалуйста. Бери! Ух ты! Был паровоз, стал пароход. Пароход! Смелый барашек и сильный пароход спасли нашу принцессу. Как хорошо, что есть друзья!
и морской транспорт. Морской транспорт. По волнам бежит кораблик, ветер дует в паруса. Чудеса, чудеса. А за ним плывет огромный белый-белый пароход. И гудит, и ревет. По волнам в гости к нам. Смотрите, лодка! Правильно, Нюшенька, это лодка. Ее легко узнать по веслам. Это катер. У него нет весел, зато есть сильный мотор. Привет, парусник! Да, Нюшенька, кораблик с парусами называется парусник. Корабли и пароходы, лодки, яхты, катера, все плывут к нам, ура! Вот такой красивый транспорт, удивительный такой. Он какой? О, морской! По волнам, гости к нам. По волнам, в гости к нам. Вертушки. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Привет. Нюшенька, мне кажется, барашек приготовил для тебя сюрприз. Похоже, вертушек слишком много. Что же делать? Поделиться! На! Ой, спасибо! Как здорово ты придумала, Нюшенька! Ага, одну барашеку! О! Другую мне! Барашеку! И... Ой! В чем дело, Нюшенька? Вертушки закончились! У барашека больше! А тебе хотелось поделить вертушки поровну, да? Ага, поровну. Может, у барашека получится поделить вертушки? Ага, одну тебе, другую мне. А эту снова тебе. И... Ой. Все равно не поровну? А-а-а. Опять не поровну. Ага, у кого-то больше, у кого-то меньше. Что же делать? А? Я! Привет! Придумала! Одну барашеку, одну крошеку. На! Мне! Теперь поровну! Умница, Нюшенька! Поделила игрушки поровну. Никого не обидела. Поровну! Ура! Поровну. Малыши, как мы поделим сапожки? Поровну! Чтобы не было обидно, чтобы не было обидно, чтобы не было обидно никому, никому. Мы разделим все цветочки, мы разделим все грибочки, мы разделим по закону, по-простому одному. Поровну, поровну, мы разделим поровну и тебе, и ему.
листьев больше. Ой-ой, у меня! А у меня меньше. Ой, а теперь? И теперь меньше. О, все равно меньше. Все равно. А теперь? А теперь поровну. Ура! Поровну, поровну мы разделим поровну. А? И тебе, и тебе, и тебе, и ему. Поровну, поровну мы разделим поровну. Это значит, не обидно никому. Никому. Это значит, не обидно никому. За Соня. Добрый день, малыши. Здравствуйте. Добрый день. Как провели утро? Играли, гуляли, рисовали. А теперь что будете делать? А теперь будем спать. Очень правильно. Вечером еще столько дел, нужно набраться сил. Ага. В чем дело, ежик? Не спится. Ежик, надо поспать. Но не спится. Ой, барашек, ты хочешь помочь ежику поскорее уснуть? Ага. Похоже, колыбелька не помогла. Барашек, а что если попробовать колыбельную песенку? Баюшки, 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 баюшки. И колыбельная не помогает. Что же нам делать? А знаете, малыши, когда мне хочется поскорее уснуть, я считаю барашков. Вот, ежик, считай барашеком. Раз барашек. Два барашек. Три барашек. Четыре. Молодец, барашек. Помог ежику уснуть. Теперь бы и самому не пропустить дневной сон. Ага. Сладких снов, малыши! Набирайте сил! Вечером будет еще столько интересного! Дневной сон. Сон дневной, засыпай скорей, родной. Днем поспать полезно, братцы, чтобы силы поднабраться. Час-другой гляди, поспишь и готов скакать, малыш. Сон дневной, батарейка, зарядись-ка поскорей-ка. Час-другой гляди, поспишь и готов гулять, малыш. Очень сладок сон дневной, засыпай скорей, родной, чтобы дольше погулять, чтобы больше поиграть. Надо днем чуть-чуть поспать, надо днем
Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Ой. Запачкались. Что же теперь делать? Мыться. Целиком. Целиком. Барашек, а голову вымыть? Нет, голову не буду. А почему? Мокро. И пузыри вот так вот в глазки и в ушки. Не хочу. Барашек! А играть хочешь? Играть? Хочу. Садись. Сейчас, сейчас. Погоди немного. Закрывай глаза. Открывать уже можно? Еще нет. Подожди немного. Открывай. Вот это да. Настоящая шляпа волшебника. А что она может, Круш? Все, закрывай. Готово. Я кролик. А хочешь, будешь ежиком? Да. Всем маленьким волшебникам пора снимать свои шляпы и ложиться спать. Снимать волшебной водой! Волшебной водой? Ой, о, давай, давай! Закрывай глаза! Раз, два, волшебная вода! Вот это да, барашек! Волшебная вода сняла шляпу. И теперь голова чистая-пречистая. Ага! А теперь пора в кроватке. Да, побежали! Я первый! Ой. Спокойной ночи! Добрых снов! Спокойной ночи, мои маленькие волшебники! Моем голову! А что это вы сейчас будете делать, малыши? Мыть голову! С головой стоять под душем, братцы, множество причин. Моем голову и уши, чтобы маму лучше слушать. Булькаем, фырчим, булькаем, фырчим. Мой, мой голову, девочка и мальчик, чтобы голова была словно одуванчик. Мой, мой голову, девочка и мальчик, чтобы голова была словно одуванчик. Какая красота! Барашек, ты теперь цветочек? Ага. А цветы нужно поливать. Одуванчик. Мой, мой голову, девочка и мальчик, чтобы голова была словно одуванчик. Чтобы голова была словно одуванчик. Стеклышко. Здравствуйте, малыши! Я-ха-ха! Кажется, сегодня наши малыши грозные пираты? Да! И вы, как настоящие пираты, ищете самые настоящие сокровища? Ага! Сокровища! Thank you.
такое оранжевое. А крошек зеленый. О! Барашек, ты почему грустишь? Ты же нашел такие замечательные сокровища. Мое стеклышко не сокровище. Теперь все зеленое. Тебе не нравится твое стеклышко? Нет, оно не раскрашивает. Оно бесцветное. Ого! Здорово! Барашек, смотри, смотри! И красный, и желтый, и зеленый, и всякий! Как красиво! Что скажешь, барашек? Очень! Видишь, иногда даже бесцветное стеклышко может подарить цветное волшебство. Хотите? Цветное и бесцветное. Что это, крошек? Это радуга, но она бесцветная. А теперь? А теперь цветная. Как бы было грустно, если... Краски в мире все исчезли. Стал бы целый мир при этом весь бесцветным, весь бесцветным. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Хорошо, что мир цветной. Хорошо, что мир цветной. Не бойся, малыш, это всего лишь хамелеон. Хамелеон. Он умеет менять цвета, может быть разноцветным. Ого! Как бы было грустно, если краски в мире все исчезли. Даже попугай при этом стал бы просто незаметным. Ой, ой. Хорошо, что мир цветной. Хорошо, что мир цветной. Скакал. Я быстрее, а я выше. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. О чем это вы спорите? Я лучше прыгаю. Я вот так умею. А я вот так. Какие ловкие девочки. Правда, барашек? Здравствуйте. Ага. Привет, барашек. Смотри, как я умею. А можно мне тоже? Конечно, можно, барашек. А где твоя скакалка? Нету. Возьми! Спасибо! Давай, за мной! Я не умею. Девочки, давайте научим барашека прыгать на скакалке. Я научу! Смотри! Оп! 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 Ловко получается. А еще можно так. Оп! Получается! Нюшенька научила барашека прыгать. И пандочка научила барашека прыгать.
Но как барашеку попрыгать на скакалке? Вместе? Придумала! Крути, паночка! Прыгай, барашек! Здорово! Скажите-ка, малыши, кто же прыгает лучше всех? Нюшенька! И пандочка! Барашек! Если взяться вместе, все обязательно получится! Молодцы, малыши! Прыжки. Прыг, прыг! Вот веселый скачет зайчик, прыг, прыг, прыг. А за зайцем скачет мячик, прыг, прыг, прыг. Скачет зайчик, скачет мячик. Скачет мячик, скачет зайчик. Прыг, прыг, прыг. Скачет белка по тропинке, прыг, прыг, прыг. И кузнечик по травинке, прыг, прыг, прыг. По тропинке, по травинке. По тропинке, по тропинке, прыг. Прыг, прыг. Можно прыгнуть. Прыгнуть высоко. Можно прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть далеко. Но всего важнее, малыши, это прыгнуть от души. Прыг, прыг. Прыг, прыг. Прыг, прыг. Прыг, прыг. Вот веселый скачет зайчик, прыг, прыг, прыг. А за зайцем скачет мячик, прыг, прыг, прыг. Скачет зайчик, скачет мячик. Скачет девочка и мальчик, прыг. Прыг, прыг. Скачет Паша и Наташа. Прыг, прыг, прыг. Коля, Петя, Лена, Саша. Прыг, прыг, прыг. Скачут взрослые и дети. Птицы, звери, все на свете. Прыг, прыг, прыг. Скачут взрослые и дети. Птицы, звери, все на свете. Прыг, прыг, прыг. Прыг, прыг, прыг. Прыг, прыг, прыг. Ой! Давай играть. Здравствуй, барашек. Что-то случилось, малыш? Случилось. Привет, барашек. Здравствуй. Давай играть. Не хочу. Не хочешь? Хочу в мячик. В мячик? Давай! А где он? Нету. Лопнул. Ой! Как? Грустно? Да! Грустно! Грустно-прегрустно! Эх! А можно я буду с тобой грустить? Можно. Вот так. Эх. 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 Барашек, а можно так грустить? Так. Эх. Можно. Наверное. О, камешки. Эх. Барашек, а вот так можно грустить? Можно. О, гора. О, а вот так. И так. Лучше так. Красиво. Погрустим еще. Ой, а мне уже не грустно.
Может, поиграем? Давай! Вот так нагрустишься с друзьями. И грусти как не бывало. Молодцы, малыши! Я грущу. Малыши, почему вы вздыхаете? Мы грустим. Ходит дождик за окошком. Стало грустно нам немножко. Мы сидим и грустим. Не рисуем, не читаем, и в игрушки не играем. Ничего мы не хотим, мы грустим, мы грустим. Нюшенька, ты грустишь? Да, грущу. А почему? Я хочу гулять, а там дождь. Это каждому понятно, что грустить нам неприятно. Но уж раз сгрустнулась, пусть, ведь всегда проходит грусть, ведь всегда проходит грусть. Погляди в оконце, за оконцем солнце. Книжка. Ой. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Что это ты делаешь? Книжку, сказку про меня. Жил-был барашек. Жил-был где? В сказке. Я тоже хочу в сказку. Нюшенька, здравствуй. Здравствуйте. Я тоже хочу в сказку. Ой, а места больше нет. И правда, книжка тонкая, места нет. Давайте добавим еще страницу. Замечательно. А можно и меня в сказку? Я буду драконом. Дракон! О, книжка с драконом и принцессой. А я где? Сейчас. А ты кем будешь? А я? Может быть, волшебником? Ура! Я волшебник! Во что играем? В книжку-сказку. Крошек волшебник. Нюшенька принцесса, а я дракон. Я тоже дракон. Давай будем два дракона. О, какая толстая книжка. Какая большая. Какая длинная сказка. Жили-были волшебник, два дракона, принцесса Нюшенька и барашек. Толстый и тонкий. Пандочка, какая из веревок тонкая? Это! Правильно! А какая толстая? Вот это!
Как за толстым толстым дубом можно спрятать трех зайчат. Можно спрятать трех зайчат, даже уши не торчат. А за тонким тонким кленом ты не спрячешь никого, даже храброго зайчонка одного. Толстую на ветку вдруг присели две совы. Вдруг присели две совы, две глазастых головы. А на тонкую на ветку не присядут две совы. Не присядут две совы, увы. Как на толстом-толстом дубе ветки толстые растут. Ветки толстые растут, там и тут. Ветка тонкая растет, тонкая, тонкая, словно струнка звонкая, словно струнка звонкая.